Скажи нам, пожалуйста, что такое космос? Космос – это наша галактика. Там есть разные планеты, 9. Солнце – это звезда. Все планеты кружатся вокруг Солнца. Это ты где узнал? Где-где? Нам рассказывали про космос. Я вам расскажу про 9 планет. Меркурий, Венера, Земля. Раз Меркурий, 2 Венера, 3 Земля, 4 Марс, 5 Юпитер, 6 Сатурн, 7 Уран, за ним Нептун. Он 8-й уже по счету, а за ним уже потом. И 9-я планета называется Плутон. Что произошло 12 апреля много-много лет назад? Много-много лет назад? Да. Произошел праздник День космонавтика. Что ты об этом знаешь? Первый полетел из человека, из мужиков, Юрий Гагарин. Из женщин полетела Валентина Терешкова. А из животных полетели Белка и Стрелка. Юрий Гагарин полетел вокруг Земли один раз. С какой ты планеты? Я знаю планету Меркурий. А ты тогда с какой? Я с Меркурия тоже, планета. Может быть, ты с Меркурия к нам прилетела? Нет. А с какой? С Земли. На других планетах есть жизнь? Вроде бы есть. На некоторых есть инопланетяне. Это научно доказанный факт? Мы с тобой с планеты Меркурий? Нет. С Сатурна? Нет. А с какой? С Земли. Это как-то научно доказано? Да. Потому что мы там живем и нас там родили. Что ты знаешь о космосе? Что там есть планеты. Наша планета там есть? Да, есть. На какой мы с той планете живем? Уже забыла. Подсказать тебе? Земля. Это наша планета? Да. А наша. Меркурий? Нет. Кто такой Юрий Гагарин? Это первый человек, который полетел в космос. И что же он там сделал в космосе-то? Он полетел нашу планету. Облетел, да, ее один раз? Подожди, один или 10? 10. То есть он так раз, два, 10 раз? Да. Не один? Не один. На самом деле он один раз облетел. Мне кажется, что 10. Что такое космос? Космос – это далеко. Это далеко. Где? Высоко-высоко.